Саксофона нам подарила студентка колледжа культуры и искусства Ксения Васюнина. Добрый день, друзья! От всей души поздравляем вас с праздником, с Международным днем кукольника. Вы создали волшебную реальность, и этот мир живой, в нем есть душа. У каждой куклы индивидуальность, и каждая отдельно хороша. Традиционно этот день в минусинская общественность отмечает тем, что открывается выставка рукотворной куклы. И сегодня особенная выставка, 10-я по счету выставка авторской куклы. Слово для приветствия предоставляется Любовь Михайловне Черемных, ведущему специалисту отдела культуры. Добрый день, дорогие друзья! Мир кукол – это особенный мир, который завораживает нас своей загадочностью и позволяет окунуться в мир детства. Поэтому огромное спасибо всем мастерам, которые подарили нам эту радость. 2018 год для студии «Рукотворная кукла» был особенным. Студия выиграла субсидию, и в рамках этой субсидии участники побывали на Московской международной выставке. Поэтому разрешите сегодня вручить грамоту студии «Рукотворная кукла» руководитель Наталья Игоревна Сафронова за активное участие в международных, всероссийских и краевых выставочных проектах в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников культуры с наступающим профессиональным праздником. Всем здоровья и творческой энергии. Спасибо. Кукольные истории. Новая яркая выставка, где зрителям представлено более 80 работ. 22 из них из фондов Минусинского музея. В основном это сувенирные куклы, обережные куклы. И около 60 выполненные авторами из Минусинска, Ачинска, Абакана, Красноярска, Саяногорска. Выставки кукол вызывают большой интерес у минусинцев и гостей города. Вот чем можно объяснить такую популярность темы? Возможно, тем, что в реализации проекта принимают участие очень много людей и учреждений. Это и музейщики, это работники городского дома культуры, мастерская-студия «Рукотворная кукла», колледж культуры и искусства. Только объединив усилия, можно достичь успеха. Авторская художественная кукла на сегодняшний день переживает свой бум. На самом деле, это относительно новый в нашей стране вид декоративно-прикладного творчества, которому можно научиться в колледже культуры и искусства города Минусинска. Кукла, изготовленная в единственном экземпляре, уникальна сама по себе. Но вы обратили внимание, ведь у каждой куклы не только свой уникальный образ, но и характер. И рассматривая эти куклы, мы видим и историческую эпоху. И через куклу можно увидеть мировоззрение автора, его отношение к миру. И сейчас слово передаем самой главной кукольнице города Минусинска Наталье Игоревне Сафроновой, руководителю мастерской студии «Рукотворная кукла», преподавателю колледжа культуры и искусства, инициатору выставок кукол в Минусинске, участнику международных и региональных выставок кукол. Вам слово. Ну, мы
наконец пролетели эти 2 года. В последней выставке я пообещала, что кукольные истории повторятся, и вот они наконец-то повторились. Совершенно в другом исполнении. Как на афише было заявлено, на выставке только новые куклы. Мы придерживаемся этого своего золотого правила, чтобы не повторять, не выставлять одну и ту же работу 2 раза в одном и том же месте. Надеемся, что хотя бы в таком количестве, ну или в меньшем количестве, нас еще пригласят на какие-то другие выставки. Но, во всяком случае, я поздравляю вас с открытием этой выставки. Я надеюсь, у вас поднимется настроение, создастся весеннее какое-то дополнительное. Приведете своих сюда друзей, родственников, знакомых. Получите удовольствие, ради этого мы, собственно, и старались эти 2 года. И хочу просто вот отметить свои ощущения от этой выставки в том плане, что 2 года назад, когда я делала выставку, я переживала, что у нас не хватит кукол, чтобы заполнить, создать, чтобы выставка состоялась, чтобы заполнить все пространство. Здесь я вот до последнего дня, вот буквально до еще 10 минут назад у нас была проблема, куда поставить куклу. То есть в этот раз кукол больше, чем мы предполагали. Нам уже не хватает пространства. Ремонтируйте быстрее ваш музей, пожалуйста. Мы стараемся. Ну и я хочу очень от всего сердца искренне поблагодарить сотрудников музея за то, что они нас вот так бережно принимают в свои руки, предоставляют нам это пространство для того, чтобы мы тут хвастались своими работами. Я хочу поблагодарить отдельно Елизавету Михайловну за то, что она командует всем этим парадом и ни одного мгновения не упускает из виду, все у нее под контролем. Отдельно хочу поблагодарить Эдуарда Рая и музыкантов, которые пришли на нашу выставку и сделали такое замечательное звуковое красивое сопровождение. Ну и самое огромное спасибо мастерам, кукольникам, которые сидели до 12 ночи со мной на работе, которые должны были сидеть дома и воспитывать своих детей, но приходили, помогали, делали свои работы. И я каждый раз удивлялась, ну что, вы же взрослые люди, идите уже домой, у вас там семьи, вас же ждут, почему? Но вот они говорят, нет, у нас же ответственность, мы же делаем кукол. И я бы хотела, конечно, чтобы во многом эта ответственность еще и на студентов, на наших перешла, так сказать. Ну и студенты тоже спасибо огромное. Где вы мои там откликнетесь, дети? Что вы не подвели, что вы все сделали, вы успели. И вот эти 17 часов 21 марта вы здесь, у вас все готово, все замечательно. Огромное вам спасибо. Я сейчас хочу, наверное, поблагодарить, да, всех участников нашей выставки, и чтобы вы смогли всех мастеров увидеть в лицо. Я буду, может, о некоторых мастерах, о некоторых работах немножечко отдельно скажу несколько слов. Хочу выразить искреннюю благодарность Ольге Зориной за участие в 10-й выставке «Кукольные истории» с надеждой на дальнейшее сотрудничество и с пожеланиями творческих успехов. Ольга Алексеевна. Уже не первый раз и даже не второй участвует в нашей выставке. Спасибо вам огромное. Разворачивайтесь к фотоаппаратам. Елена Комарницкая здесь должна была прийти. Это наша бывшая студентка, уже давным-давно закончила колледж, но продолжает делать кукол. Так, Елена Кремень. Тоже давно ходит в нашу студию. Моя бывшая одноклассница. Сделала замечательный, очень трогательный, и очень... Можно я отдельно расскажу про твою работу? Спасибо. Я прошу вас обратить внимание на работу, которая называется «Соведа любовь». Лена заметила, что у родителей дома нет... Я сейчас разревусь, извините. У родителей не оказалось свадебной фотографии. Прошло 50 лет, золотая свадьба, а свадебной фотографии нет. Потому что, ну, как Лена рассказывала, на свадьбе так случилось, что папа что-то там, какой-то раненый был, голова была перебинтована, и не сфотографировали. И она просто сделала такой подарок своим родителям на золотую свадьбу. Их свадебную фотографию. Извините, я в таких трогательных моментах почему-то не могу никогда удержаться. Анастасия Куликова, наша студентка. Бегом. Благодарю тебя за то, что ты смогла, успела, сквозь все свои болезни выдержала. Ее работа «Бушидо», где там вот она, такой самурай. Александр Мартынов. Так.
судя по тому, что этот, у нас два парня 2 метра высотой, они бы тут уже светились. Марианна, где ты, Марианна? Иди скорей. Вот она, та самая, в последнюю минуту. Тоже ночей не спала. Год делала. Молодец. Так, Мария Осипова, тоже студентка нашей 4-го, 4-курсница. Я хочу просто еще обратить ваше внимание на то, что это куклы все равно, даже если это студенческие, вроде жизненного опыта ребятишек еще не так уж и много, но все куклы наполнены каким-то внутренним эмоциональным содержанием. У каждой куклы есть истории, поэтому не зря наша выставка так называется. Маша, иди, я тебе награжу искренней благодарностью. Дальше наши гости из Абакана. Наталья Пушкарева, которая и самостоятельно проявляет инициативу, проходит разные мастер-классы и представила самостоятельно выполненные работы. Ну, тоже молодец. Спасибо большое. Так, Альгия Делинда. Где она у вас? Где-то же я ее видела, вон она бежит. Это наша великая болячица всей Руси, всей Сибири. Спасибо за участие. Так, вот тут еще у нас есть Светлана Баулина. Это мама нашей студентки, которая начала ходить к нам в студию после того, как студентка уже закончила у нас учебу. Спасибо большое. Это та самая мама многодетная, которая должна была идти домой, но сидела до ночи. Так, и Катя, ее дочь, которая тоже у нас учится. Другая дочка, не та, которая закончила, Екатерина Бекасова. Со своими... Вот на Катину работу я хочу попросить вас обратить отдельное внимание. Там есть мальчик со скрипочкой, странно держащий эту скрипочку, но кукла называется футболист. Ну, потому что он не о скрипке думает. И он даже как-то ее держит не так, как... Если бы он был скрипач, он бы ее не так держал. Так, Антон Василовский тоже не так. Ну, его работа среди художников стоит, Ван Гог, обратите отдельное внимание. Интересная такая стилизованная вещь. Так, Иринки Дмитриевой тоже нет. Ольга Александровна Диева, наша коллега. Спасибо. Ольга Александровна уже 2-й год реализовывает свой собственный личный проект, посвященные своей семье, своей любви, своему мужу. Да. С мужем они творят. И любви всех людей. Так, можно пока. Так, Татьяна Алексеевна Воронкова. Здесь нет? Да, здесь все, жду ее. Всегда тоже предоставляет такие милые детские образы интересные. Спасибо вам большое. Екатерина Казачкова. Кажется, здесь была, да. Катя делает всегда себя, и вы всегда ее узнаете, ее работы. Тоже уже в 3-й выставке участвовала. Алена Калмыкова. Впервые ее дебютная работа здесь представлена. Возможно, что и не последняя. Людмила Клеменова, 100% учительница, с диагнозом учительница до мозга костей, делает кукол школьников. Так, Александра Полежаева, тоже ее нет, тоже наша студентка, у нее интересная очень работа, называется «Кофеечек и пончик». Где-то... не пришла. Да, у нас некоторые ребята 4-й курс уже работают, уже убежали работать. Дарья Сапкович. Тоже ее работу можете увидеть в детском, вот этом голубом детском уголке. У нас в этот раз была очень популярна тема «Девочка и кошка». Вот она одна из. То есть у нас получилось, на нашей выставке мы реализовали несколько проектов, и вот этот проект «Девочка и кошка», он сформировался сам по себе. Ну, случился, да. Ирина Шешилова, тоже наша мастер из Абакана. Спасибо. Кошка тоже у нее есть, девочка есть, да, тоже невольный участник этого проекта.
Вера Шишова, Вера Михайловна Шишова. У Веры Михайловны поставлена работа «Дед Мазай и Зайцы». Долго мы ее думали, рождали, придумали. Наконец, получилась интересная, забавная работа. Спасибо вам большое. Наталья Свалова, тоже наша студентка, второкурсница, умница и красавица. Дебютная работа тоже. Спасибо. Так, и Александра Александровна Рандма, наш ушелец. Ушла, нас бросила, но куклы мы у нее все равно забрали. Спасибо за представление всех тех людей, которые приложили старания, и в итоге появилась эта замечательная выставка. Ну и сегодня поздравить своих коллег-кукольников пришел Максим Вахрушев. Ваш выход. Здравствуйте. Театр «Апельсиновый слон» пришел поздравить всех вас с Днем кукольника. Наш артист сейчас небольшой музыкальный подарок вам преподнесет.
Спасибо. Вы знаете, когда смотрела на афишу, увидела очень такие трогательные слова. Новые куклы, новые имена, старые друзья. Друзья, вам слово. Поделитесь своими впечатлениями о выставке, о работах. А сейчас, друзья, все те, кто хотел бы сказать теплые, добрые слова о данной выставке. Ждем вас. Выходите. Вера Михайловна Шишова, участник студии рукотворной куклы. Уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить от себя лично и от нашего коллектива с этой открытой, с этой интересной выставкой. Долго мы ее ждали, старались как-то, как говорится, все это, как говорится, я даже не могу. Что-то у меня волнение, хотя настолько вы знаете, что я могу, как говорится, говорить много. Вот. Но я хочу вам пожелать, действительно, вам очень нужен отдых. Тут такая трудоспособность, которая у вас, это вообще, поражаемся, мы вас очень любим. Желаем вам, как говорится, здоровья в первую очередь, новых творческих идей. И вот благодаря вам у нас все получилось. Спасибо. Ну что же, есть еще желающие сказать теплые, добрые слова. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Минусинск. Я вас поздравляю с такой выставкой. Очень довольна я просто посетитель. Хожу в картинную галерею, хожу в музей. На кукольные выставки обязательно, когда есть кукольная выставка в музее, обязательно хожу. И очень довольна, что есть много новых работ. Очень интересные все работы, они запоминающие, потому что те работы, которые мы видели, мы их запомнили. И снова, когда встречаешь работу и узнаешь автора, вот я удивилась, сегодня я удивилась, что да, читай, о, правда, я точно. Спасибо вам за это, за узнаваемость, что вы свою душу вкладываете в куклы, и мы вас узнаем по этим куклам. Спасибо. Спасибо. Александра Радман. Здравствуйте, всех, кого не видела давно. Очень рада всех видеть. Я немножечко уехала, как бы, да, преподавала здесь, в Минусинске, вот, до Нового года. И уехала. Насчет того, что я кого-то там бросила, я ничего не бросаю. Я расширяю географию, понимаете? Потому что у нас план, как бы, захватить мир, да, вот всеми вот этими куклами. И как бы план, он осуществляется. Конечно, Наталья не устает меня удивлять просто, ну, какими-то вещами, что вот такое количество студентов она умудрилась вообще просто заразить этим вирусом кукольным. Просто сектор, да, разрослась неимоверно. Замечательные, конечно, работы, и они очень душевные. То есть в каждой такая вот очень глубокая история. Поэтому, пожалуйста, всматривайтесь. Не проходите, вот просто вы посмотрели, да, не оценивайте только по внешности. Проникайтесь глубиной и приходите к нам делать куклы. Спасибо. Спасибо. Ну что же, и завершает нашу встречу открытие номер, который дарит нам Любовь Прохоренко. Thank you.
Итак, друзья, новая выставка «Кукольные истории» открыта. Общайтесь, наслаждайтесь общением, радостью от работ. Выставка открыта.